Так, ну что ж, продолжаем. Где я? А, я упал, да. Так, что у нас здесь? У нас здесь... У нас здесь просто вмятина какая-то, да, я так понимаю? Отлично. Ну, честно, ничего отличного, но... Идем дальше все равно. Берем броню. Блин, как к этим гнидам подойти? Привет, ребят. Значит, мне вам надо... Ох ты, гад, броню врубил. Ну, ладно. Сейчас мы тебя будем по-другому брать. Ну, как тебе? Ух ты, ёлки. Одного минусанули. Еще один. Так, ты у нас бамс. Идешь сюда. Сейчас на электрострелу тебя попробуем. А, зачем? Не надо, он уже сдох. Все. А, к сожалению, стрелы эти нельзя забрать. Да, было бы это было бы тупо слишком. Все. Идем дальше. Идем дальше. Когда мы не шли дальше, вспомните такой момент. О! Как же я тебя... Ну, блин, контрольный точек, что ли? Или что такое? Ой-ой-ой. Я застрял. Где я застрял? Я не знаю, где... А, стул мешает. А чё, я маскировку-то не врубил? Так, я не... Чё-то их не понял. Откуда они здесь все появились? Я говорю, контрольная точка, что ли, какая-то? Почему? До этого их не было у меня на моем этом... Как его называют-то? Блин, забыл. Сейчас попробуем. А зачем? На моем визоре их не было. Да, отдача, мне кажется, меньше. Перезарядка такая же, мне кажется, даже дольше. Реально. А что ж тут написано-то? Больше времени на перезарядку. По-моему, бред какой-то. Всё. Так, опять у них тут кишки, пинчих. Ну, пинч пока не будем брать. Сейчас мы все тут осмотрим. Да, он пинч на визоре не отображается почему-то. Ладно, берем под... Так, вот у нас гранаты. Здесь у нас патроны. Значит, это не на дробовик, что ли, патроны или что? Борданы, глянем что-то. Ну, здесь слушать надо. Командир, есть контакт с противником. Что-нибудь? По-прежнему никаких следов. Ну, черный ящик. Видишь, там? Я ничего не вижу. Что-то шевелится. Все стандартно, все понятно. Тут даже слушать не надо дальше. Здесь у нас... А, ну это внизу. А, так, мы на точке, нам надо срочно... Давайте... Вырубать тут все или все? Майкл! Майкл! Да! Давай! Артиллерия! Отключена! Держи ровнее, пророк! Я иду! Держу, держу! Так, все, хорэ, на меня сейчас дивизию спустят цифры, так что... Мне надо... Перехожу к удержанию позиции. Отличная работа, Майкл. Двигаюсь к следующей цели. Чё с энергией, блин? Внимание, у цефов подкрепление. Я ж говорю, гниды, а. Нет, посмотри на них. Там еще и турель успели куда-то поставить. Где пинч? Падла, вот он. Все, так, пошли яйца рвать цефам. Так, ты понял. Если они у них есть. Или как они там? Гермафродиты, там, почкование. Почкование. Давайте, я вас жду. Перцы. Так, высоко падать. Высоко прыгать. Ну, бам, бам. Так, это не цеф. О, а если я... Нет, никак. Падла, вот отдача какая, да? Как они в меня попадают таким зажимом дичайшим? Ну, ну, для ближних дистанций этот пинч нужен больше. Опа, еще один. Вот этого зажимать надо, вот этого зажимать. Все, кончились. До свидания, пинч. Теперь ты пошел в дело. Не-не-не-не-не, надо этим. Гранатой. Я не докидываешь? Блин, я не докинул даже. Теперь перекинул, да это бред какой-то. Она вообще отлетает. Ну, никак. Не, он думал, офигел. Все, тяжелая артиллерия. Артиллерия идет в бой. Нормально. Вообще офигенная, я вам хочу вам сказать. Пушка. Советую брать. Так, перезаряд, патроны. Это тоже перезаряжаем.
экрана. А тут что, один запасный патрон, что ли? Почему-то не надо перезаряжать. Я это уже обращал на это внимание. Так, как тут забраться? Так, здесь можно. Отличненько. Ну что, пинчи есть? Кто там за мной ходит? Ты... А, блин, опять эти мелкие жуки. Кстати, не какие-то, они уже мелкие. Ой, они мне еще и гранатами кидают. Или что это? Так, кто тут у нас? О, а тут обычный цех, которого мы в два счета разделаем. Все, еще один безъяичный заряд. Ой, зачем перезагружать? Не надо. Ой, а что, у меня суперпатроны? Или почему они синие стали? Ну-ка, давай сейчас мы ему засадим. Ну, все, а этого даже трогать, наверное, не надо. Так, нам наверх, да, я так понял? Блин, а вот нахрен я слазил, а? А, может, здесь забраться можно, да. И вот так вот еще. О, снайперская. Нормально, погнали. Погнали. Так, а еще я видел где-то что-то. Вот какое-то вот это вот, что это? А, это машина. Ну, можно было на ней добраться. Может быть, туда нам сейчас и надо будет идти. Сейчас глянем. Так, бегом. Контрольная точка. Это значит, что я, видимо, в правильном направлении, да? Верный путь. А, минные поля гребаные. Ну, какие-то ловушки. Баги. Ну, машины, я имею в виду. Точила здесь. Что тут еще? Это какой-то пулемет, да, походу? Ну, у нас вон какая снайперская есть. Так что нормально. Итак, на всякий случай обезвредим это говно. Это говно... Так, это говно не обезвреживается. Надо прыгать, да? Все мы тут собрали. Блин, стрел нет, что-то мне это не радует вообще. Со стрелами. Ну, все, броню врубили и погнали. Отлично, прям в лужу. От максимальной расчетной мощности. Вот так вот, все. Пророк, это Ромео, Индия, уже прям на инерции. Слышали вы в этой зоне? Мы в большой куче дерьма. Любая помощь от вас будет кстати. Пророк, командование Вино, мы вас прикрываем. Уберите следующий тройной А. Всем частям, основной агент нуждается в поддержке. Атакуйте по необходимости. Прием. Прием, 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 прием. Обезвреживаем. Чпоньк, чпоньк, все. Отлично. Так, где машина-то? Я пропустил, да, уже? Или нет? Не, не пропустил. Все, двигаемся. Потихоньку. Здесь патроны с гранатомет. Сколько у нас там? Так, во второй части, насколько я знаю, были эти... Как их? Вид от с третьего лица, по-моему, да? Все, да, путь нам долгий предстоит. Блин, без... Ну ладно, погнали. Да, выбрось. Все, на тачке погнали, погоним. Так, у нас здесь есть ракеты. Так что нормально, надеюсь, выживем. Жаль... Ой, тут эти мины, по-моему, ссаные, да, вот еще. Броню, броню нельзя на машину поставить. Найти сбитые СВВП. Я не знаю, это дополнительный... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, нет, не пойду я на машине, потому что там... Там мины. Вообще, где я? Чё за КТ? Да, здесь, как видите вы... Как вы видите, здесь у нас это... Минные поля. Можно было, конечно, их объезжать. Я так понимаю, ну, не знаю. Вот давайте попробуем еще раз объехать их на дрове. Да, на дрове. Вот. Неудобно от первого лица как-то немного водить. Это потому что нереальная жизнь здесь. Здесь реально тяжелее. Сейчас вот тут еще обезвредим. Так, раз, раз и раз. Да что происходит, блин, а? И тачку взорвали, зашибись. Это вот эта вот штука меня взорвала или что? Обалдеть вообще. Ой-ой-ой, кто меня... А, да, это они меня долбят, смотрите-ка. А чё ж мне... А чё ж мне с ними делать? Я их могу вообще убивать, нет? Что вы на это скажете? Что вы на это скажете? Они мне вообще отмечаются, нет? Да, это они мне летают, засранцы. А их взломать-то тут можно, нет? К сожалению, по-моему, нет. Но зато тут гранатомет разбросаны, я понял намек. В принципе, можно попытаться их бомбануть.
Так, здесь у нас огромнейший обрыв. Просто здоровейший. Так, надо их как-то на себя, наверное, выманить. Ой, 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 ой! Давай! Чё? Чё это, блин, было? Косану? Вот говно, смотри, какой он. Хитрожопый, а. А чё, он меня типа не замечает? Ну-ка, как, куда ему палить? Вот эти штуки? Чё, взорвал? Падла. Нет еще. Давай быстрее. Перезаряжай. На. Наеб. Все, да, сдох. Или нет? Ой. Это что это он сделал? Наконец-то. Не, на них много надо патрон. Я, наверное, я не выдержу столько. Но он не мешает, гад, пройти здесь. Ладно, блин, тут еще и турель ссаная. Посмотрите-ка вообще. Все, она на нашей стороне. Если они друг друга перемочат здесь. А мы пока заныкаемся здесь. Так, там гранатомет, наверное, мой. Не знаю, может и не мой. Не мой. Вот еще один. Тут еще и патроны. Интересно, а на снайперскую не взялись они здесь? О, взялись. Нет, не взялись, не взялись. Да. Так что бегать будем пока с автоматом. Да, с автоматиком у нас. Контрольная точка. Да, смотрите-ка, мы выжили. А что это там? Турель, что ли? Вражеская, походу. Под нас не подстроенные, я имею в виду. Блин, цеф под нами какая-то падла ходит, жужжит. Наверное, тоже робот какой-нибудь. Вот здесь что-то ходит, непонятно. А, стоп, это, наверное, не жужжалка. Это наверное, обычный цеф, да, скорее всего. Блин, вот гад запалил. Ну ладно, поле запалил. Ох ты мразь, а что это он такой живучий? Вы видели? Либо у меня что-то с оружием, я не знаю. Охренеть. Ну-ка еще раз. Или я его убил? Я что, кашу, что ли, не пойму? Так, еще раз. Сейчас критическое состояние гребаное пройдет. Ой, 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 тут смотрите, какой тут замес. Обалдеть, вы только посмотрите, ёб твою, а. Ты чё, парень, офигел? Или кто-то не парень? Ой, он мне еще вырубает этот козел, вот этот мелкий. Мне еще патрон сейчас мало будет. Так, а там, нет, там турель. Там еще здоровяк, я даже не видел его. Поначалу-то. Включите воздушную защиту на 3. Так, берем патрончики. Вот, все, боезапас, боеприпас. Ой, только бы не здоровый, только бы не здоровый. Он меня... Не-не-не. Так, двое. Бронь, бронь, рубаем. Мочи мелкого гада. Куда ушел? Иди сюда. Ага, мелкая падла. Вот сыкло. Ну-ка, блин. Запались ты уже. Есть. Вместе с кустиком. А он упадет, кстати. Ну, не падает? Ладно, не важно. Патрон тратим. Вон у нас там какая-то штука, которую нужно взломать. Ой, ой! Ой-ой-ой! Я думал, тут вода, блин. Ой-ой-ой-очки. Ой, блин, тут еще и мина. Ее рядом, я даже не увидел. Вот, патроны здесь есть. Но это мы пометили уже. Ты мне, блин, стрелы гони. Я просто это... Отлично. Так, а кто там, здоровяк? Нет, здоровяка где-то видел я. А, вон он там. Где-то вроде далеко, да? Максимум защиты. Нет, далеко, где он? Ну, высовывайся. Это ты меня стреляешь или кто-то здесь еще есть? А, все, я убил. Круто. Дальше берем вот эту вот штуку.
И погнали. Давай, 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 давай. Есть. Самое главное здесь, чтобы мин никаких не было. Все, взламываем. Ну, взламывай, блин, нельзя. Ну. Какие-то простые взломы стали вот эти вот. Одновременные. О! А это что? Это что вообще? Какой урон? Урон большой. А это что? Это нам не надо. Нам нужно вот... Где эта штука? Посмотрим. Ну, таких патронов-то много. Я не знаю, что это вообще. Сейчас разберемся, что это. Вон на том сейчас испытаем. Ну-ка. А на ближней дистанции или как? Патрон много. Сдох. Ну пока возьмем. О, вот это возьмем. Так. Так, а все, мы на точке, да? Отлично. Отлично. Берем. В смысле, подходим. Что у нас тут? У нас. Блин, ну тут цеху дохрена еще. Патроны, это круто. Боеприпасы. Да, конечно. Ой, ой-ой-ой, турель, как я не заметил. Блин, что я сделал? Сейчас на этом фигачит, я надеюсь. Мочи гадов. На им. Бошки все им поотрывало. Не всем еще. Вроде всем. Че, всех реально замесило? Прям всех? Ну че, круто. Не, нам это не надо пока. А, кстати, вот на это оружие не идет, да? А, на... Ого, 500-ка. Вот это круто. 1000 патрон, считайте. Но урон вроде хороший. Да, отлично, я бы сказал. Здесь у нас что? Нам туда надо вообще. Сейчас, блин, 3 часа еще будем забираться туда. А, нет, здесь просто все. Здесь все очень просто. Оу, е. Я в деле. Последний раз. Или в теле, не понял. Давай, Майкл. Подорви уже эту штуковину. Отлично. Теперь веди ровно. Мы почти на месте. Зачем пулеметом, если сразу можно было ракетой? Бум! Для эффекта, да? Она сбита. Думаю, мы пробили дыру в обороне цефов. Чисто, до самого луча. Расчисть мне место для приземления СВВП. Ой,